Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадаям Гопи Жанна Самаюктам Биндавана Манухарам Ванчакалпатаруашакипасиндапевача Патитананг Павуне Бхавишнавибхьо Намо Нама Муканкароти Вачалан Пангунглан Хайтагирин Ятки Патамаханганди Парамаханандамадам Бриндавай Тусидебхай Пиявай Кешивасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Бхактви Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудира Шанкиртане Кришна Като Падеши Гаури Патрашо Пракасане Ча Садану Ракта Гуру Бхакти Жукто Бхакти Прамодакша Жагод Баруна Дхайям Сада Парибхавагнам Авишту Духам Тетас Падам Сива Виранчанатам Сараньям Витатихам Панадапаль Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Яд пада паллавана качандамани чатая Бисфуриджита кемапикапавадушу адарши Пуранану рагара сасагара сара мурти Сарадикама и када кипам караси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта гададхара сивасади Гаура бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта гададхара сивасади Гаура бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодату Санкиртанай Капитару Камала Хитакшу Вишамбару Дижавару Джугадарма Палау Банде Ягатрия Кару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманамго Мада Бхарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасясте Хидай Самби Пам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Paramahansa Rasasadito Charana Kamala Chidmakarandayo Bhakta Janamanasa Nivasayo Sri Ramachandraya Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Paramahansa Rasasadito Charana Kamala Chidmakarandayo Bhakta Janamanasa Nivasayo Sri Ramachandraya Namo Namaha. Rama Viramam Bhuyo Bhuyo Namamiham Rama Viramam Bhuyo Bhuyo Namamiham. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Jagadguru told Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Сарасвати Госвами такой Прабхупад сказал, что под именем Хари Бхаджана мы не должны ожидать что-то иное от Бхагавана. Под именем Хари Бхаджана, Хари Сева, под именем Гуру Сева мы не должны ожидать что-то иное от Гурудева. Мы не занимаемся никакой коммерцией, ни с каким посторонним мотивом. Если мы начнем служить Гурудеву или Гуру Вайшнавам, с каким-то скверным посторонним мотивом, если мы начнем служить Бхагавану с какими-то посторонними мотивами, то это зовется коммерцией, а не служением. И поэтому Прахлад Махарадж сказал, он говорит Нарсимхадеву, Бхагавану, если кто-то ожидает что-то от тебя взамен своего служения, то нельзя назвать такого человека преданным. Он не преданный, а просто какой-то торговец. Мы не должны ожидать, что... От таких торговцев мы не должны ожидать никакого служения. Шрила Прабхупад много раз говорил, что это не моя цель. И вот Шрила Прабхупад много раз говорил, что это не наша цель — собирать деньги, славу, стремиться к какому-то положению в обществе. Если мы стремимся к этим материальным вещам, то в этом случае мы не сможем оказывать должного уважения Гуру Вайшнавам. Какие-то материальные вещи не столь важны на пути Бхаджана. Вайшнави Прадишта, она более важна, признание Вайшнав, оно гораздо более важно. И поэтому собирание денег, славы и какого-то положения в обществе не является нашей целью. И наоборот, можно наблюдать, что люди, которые ослеплены деньгами, богатством, они не могут оказывать должного почтения Гуру Вайшнавам. Foreign country, no foreign trip, no temple, no disciples, so useless. Of course. That's why Prabhupada told. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, что я не буду сохранять деньги для вас. That's why Prabhupada told. Surely I am not going to deposit huge amount of money from you.
И вот Шрила Прабхупад говорит, что я не буду собирать и сохранять большое количество денег для вас лучше, если я займу какие-то деньги для того, чтобы совершать Гуру Вайшнава Бхагаван Севу. И чтобы отплатить этот долг, вы должны идти и собирать Мадхукари Бикшу подаяние. И с помощью этого подаяния вы можете вернуть этот долг. Я, вот Шрила Прабхупад говорит, я не стремлюсь к какой-то безопасности вашей жизни, поскольку так или иначе, без милости Гуру Вайшнава и Бхагавана наша жизнь не находится в безопасности. И вот Шрила Прабхупад говорит, что мы должны зависеть от милости Бхагавана, а не от денег. I cannot deposit any money from you for your security, for your safety. Your safety is your bhakti. Your safety is your bhakti, ananya bhakti, unconditional bhakti. Rather, I like to take loan from market, huge amount of loan. And after I go away from this material world, to repay the loan, I can take loan, huge amount of loan, from market here there to serve Guru Gauranga Gandharvika, Giridhari, Guru Vaishnava. And you will have to go. I cannot allow you to take rest in the room. You can lock your room and и вот Шрила Прабхупад говорит, что вместо того, чтобы оставлять какое-то денежное наследство, нам лучше он займет у кого-то и чтобы его последователи, вместо того, чтобы отдыхать или находиться без какого-то дела, лучше, если они будут собирать подаяние, чтобы отплатить этот долг, который будет использован на служение Гуру и Гауранге. Он, Шрила Прабхупад, хочет сделать так, чтобы у его последователей не было времени думать о какой-то каме, кротхе и прочих дурных вещах. И вот Шрила Прабхупад хочет занять нас в Харисаве все время, круглосуточно, чтобы у нас не оставалось времени ни на какие посторонние дела. Может, кому-то не нравится под именем Хари Гуру Вайшнава Сева. Мы не должны ожидать ничего от Гуру Вайшнав. Кто-то совершает какие-то люди хотят совершать Гуру Севу, но при условии, что Гурудев вам что-то даст. Один саньяси с Англии был учеником одного ачарьи во Вриндаване или в Матхуре где-то там. И вот он поставил условия. Своему Гурудеву, что если он сделает его ачарьей, то тогда он продолжит находиться с Гурудевом, а если нет, то бросит его. И вот такое самопредание у некоторых. Я говорю с тяжелым сердцем. У меня много такого негативного опыта в моей жизни, но все же я хочу говорить Харикатху, совершать киртан. Хотя я знаю большинство людей против меня, и сейчас мое сердце позволяет мне отправиться совершать уединенный баджан. Сколько буду жить в таком состоянии, я не знаю. Не вижу никакого позитивного ответа от публики. Я хочу сделать что-то хорошее. Они занимаются политикой, критикуют меня.
А что толку от этого? Я пытаюсь сделать что-то хорошее для них. Они как-то критикуют меня, говорят всякую ересь. Я не обижаюсь, но я думаю, что я хочу сделать что-то хорошее для них, они не принимают. Я не могу найти ни одного человека, кто может, кто всем сердцем хочет достичь Бхагавана, а не каких-то посторонних целей. И вот безусловное самопредание — это нечто очень сложное. И не понимая этого безусловного самопредания, мы не можем начать харибаджан. Я не могу обманывать вас, лучше я прекращу свою харикатху. Внутри моего сердца харикатха, несомненно, будет происходить, даже если я отправлюсь в лес. Харикатха навсегда происходит в моем сердце, может, внешне этого не видно, но это происходит. So unconditional surrender is a very, very important thing. You cannot imagine what a big thing. И вот безусловное самопредание — это очень важно. Не каждый может представить, что это. I don't like to cheat you all. Я не хочу обманывать вас. I don't like to cheat you all. What to do? Что делать? How to proceed with my organization? Как следовать дальше с этим обществом? The sloka I started with. И эта шлока, с которой начал. The sloka I started with is very, very important. Она очень важна. The sloka I started with is very, very important. So try to hear over and again. Try to remember. Пытайтесь слушать и запомнить. Ом намо Бхагавате. Парамахамса расасадито чаранакамала чинмакарандаю бхакта джанаманаса нивасаю сирама чандраю наму нама. What do you understand? Ом намо Бхагавати Парамахамса расасадито чаранакамала чинмакарандаю бхакта джанаманаса нивасаю сирама чандраю наму. Who writing this? Кто написал ее? First question, who writing this? Бале Махарадж, Парам Пуджа Сридхар Госвами. Это Шридхар Госвами Пад. First question. Первый вопрос. On your behalf, first question. С вашей стороны, может быть, кто написал эту шлоку? The answer is. И ответ. Шрила Сридхар Госвами Пад. Кто? He is the first commentary writer. Он первый написал комментарий к Бхагаватам. Шридхар Госвами Пад. Now question can come. И вот вопрос может возникнуть. Why is going почему to glorify он прославляет Рамачандру? Мы знаем, worshiping Krishna. Он поклоняется Кришне. He is going to worship Krishna. А если он поклоняется Кришне, зачем он? Рамачандри написал такую прекрасную шлоку. И перед тем, как написать комментарий к Бхагаватам, написал эту шлоку. Почему? Вот в этом вопрос. Он написал комментарий на комментарий. Commentary on commentary. What do you mean? Что это? И вот комментарий написан Шридхар Госвами Падом на Бхагаватам. И на основе этого комментария другой преданный написал комментарий на его комментарий. He wrote one commentary. И вот
И вот написал этот прекрасный комментарий, он хотел объяснить объяснить чувство Шрида Госвамипада. Не все понимают, зачем это его Иштадев Кришна Чандра, зачем он написал шлоку в адрес Рамачандра. И вот он ответил, почему Шридас Госвами прославляет Рамачандру, какой толк от этого, его Иштадев Кришна Чандра. И вот он ответил. Before writing commentary on Srimad Bhagavatam, he wanted to take center of Ramchandra. Why? But the Ramchandra, И вот перед тем, как написать комментарий к Шримад Бхагаватам, Шридас Госвамипад, он хотел принять прибежище у Рамачандры. Почему? Он думал, что различные аватары. Есть различные аватары Бхагавана, но кто? Среди всех аватар он кто хотел из этих аватар сделать мост между Индией, Бхарата и Шри-Ланкой. И вот он думал, никакого аватара, никаких мостов не строил. Bridging mean, which is impossible to cross, I make one bridge, which is impossible to cross. You can go to Himalayan different places. Kedarnath, Badrinath, Jamunatri, Gangotri, you can find different bridge constructed by military man. Without bridge, you cannot cross this gulf or river. Без моста сложно пересечь какую-то реку или еще что-то. И вот Шридас Госвамипад думал, что единственный аватар, который может... Рамачандра, он единственный аватар, который построил такой мост Бхагаватам. Это океан расы. Никакие полубоги, муни, риши, никто не мог обрести надежды пересечь этот океан, поскольку это бесконечный океан расы. Шримад Бхагаватам Махапурана — это океан расы. И вот он принял прибежище у Рамачандры, он единственный аватар Кришна Чандры, который помогла построить такой мост. Я знаю, сжать Бхагаватам невозможно. Это очень практически невозможно, и поэтому вот он принял прибежище у Рамачандры, чтобы тот помог ему сделать такой мост, буквально, чтобы объяснить Бхагаватам кратко. И вот начиная с этой шлоки, до последней шлоки. И поэтому Шридас Госвамипад, он принял прибежище у Рамачандры. И действительно так, не только это. Но также Рамачандра, он может помочь нам to learn dignity
узнать то, как, с каким уважением нужно относиться к преданным. Он своей жизнью показывает, как нужно выражать почтение саду, риши, гуру. Рамачандра, он показал нам путь самопредания, шаранагати. Рамачандра, он показал нам путь смирения. Не просто смирения, а высочайшего смирения. И вот один за одним я хочу обсудить, какова разница между Рамачандрой и Кришной. Comparative statement, I can speak something, but I like to glorify Ramachandra. Я хочу прославить Рамачандру, это моя цель. И вот Бхагаван Рамачандра, он Марьяда Пурушоттама. Бхагаван Рамачандра is Marjada Purushottama. He is going to establish his, и вот он утвердил свою Марьяду, такое великолепие. Его характер, его речь, его поведение, его идеал, его пример — это все является идеалом для нас. Для других аватар это невозможно. И вот сейчас кто-то может задать вопрос, что я имею в виду. Бхагаван Кришна Чандра, он разве не имеет такой значимости, как Рамачандра? Рамачандра, он Марьяда Пурушоттам, он показал значимость Гуру Вайшнавов и Бхагавана, его смирение, все великолепное. И что? А Бхагаван Си Кришна кто тогда? Но это неправильное понимание. Я никогда не говорил, что Бхагаван Си Кришна никто и ничто. Нет. Я хочу доказать, если вы дадите мне достаточное количество времени, что Кришна, он больше, чем Рамачандра. Его поведение, его смирение, его суждение, его лила, все это великолепно. А почему я сказал так о Рамачандре? По одной единственной причине, чтобы вы вдохновились примером Рамачандры, поскольку следовать примеру Кришны крайне сложно, очень запутано все. Можно запросто превратно понять Кришну, поэтому многие люди не понимают Кришну. Но если вы дадите мне достаточно времени, я покажу на примере Рамачандры все. Но обычные люди, мало кто понимает о идеалах, о сладости, о характере Шри Кришны. Просто считают его каким-то нехорошим человеком. И вот поэтому, как стандарт в шастрах говорится, то, что Рамачандра, он Марьяда Пурушоттама, а Бхагаван Си Кришна, он Лила Пурушоттама. И вот в Лиле Кришны преддоминирующий фактор — это Лила, чтобы даровать радость преданным. И вот в Брахма Самхите говорится, Бхагаван, он всегда занят своей лилой, и вот его предоминирующий фактор, как раз вот эта лила. Это шлока из Брахма Самхиты, документ. Бхагаван Си Кришна занят в большей степени своей лилой, а Рамачандра — моралью, уважением, поскольку его лила такая, что показать свою жизнь идеальный пример во всем. И ответ таков, что обычные люди обычно принимают стандарт Рамачандры, поскольку он очень прекрасен, очень прост для понимания.
что понимают, что Рамачандра женился один раз, это достойно, уважительно, а у Кришны 16108 жен, один бардак. Поэтому Кришну в качестве авторитета мало кто принимает. И поэтому, чтобы утвердить Марьяда Пурушоттаму Рамачандру, вот... Рамачандра вел идеальную жизнь даже в лесу Дандакараньи, на границе Андхра-Прадеш и Ориссы. Где Рамачандра был в ссылке. Рамачандра даже был в Мамгачи, здесь недалеко. И вот он был в Мамгачи, Рамачандра. Я во время Гурапурнимы говорил об этом. И вот в процессе своих, с этой ссылки он был в Дандакаране, там были тысячи риши, муни, они хотели обнять Рамачандру. Они испытывали к нему такое прекрасное чувство. Они хотели стать женами Рамачандры. All heroine when like to embrace hero, like to kiss with this mood, all Dandakaranya Rishi Muni, they wanted to embrace Ramchandra. И вот с таким чувством любви они хотели обнять Рамачандру, но Рамачандра, пребывающий в форме сверхдуши в каждом сердце, он понял это и сказал, что нет, не сейчас. С таким чувством в этом явлении вы не можете ко мне относиться, поскольку я принял обет. И что в этой жизни у меня будет только одна жена, только Сита Деви, я не могу принять Мадхурасу от вас. Это мое решение на эту жизнь. И поэтому вы должны ждать моего следующего нисхождения, когда я явлюсь в форме Кришна Чандры. Это Бахуджана Валабха, и поэтому я это уже там я могу принять вас всех. Это будет особая лила. Когда я явлюсь в Двапар-югу в форме Кришна Чандры, Лила Пурушоттамы, то тогда и только тогда я могу исполнить ваше сокровенное желание, не до этого. И до того времени вы должны совершать баджан, ждать, вы оставите тело, явитесь в Вриндаване, в Раджадаме, как гопи, и тогда я приму вас в качестве моих жен. Не перед этим. И таким образом, чтобы утвердить авторитетность, значимость, правосудие, мораль, Рамачандра, он явился именно для этого. Я объясню один за одним. Вначале всего, люди, они превратно поняли. Люди думают, что было какое-то... Внутри семьи Дашаратхи были какие-то разногласия, какие-то споры, борьба. И в чем это заключалось? Дашаратха Махарадж, он благословил. У нее было три жены. И вот вторую он благословил. Каушали, Кайке и Сумитра. Было три жены. Каушала, Кайке и Сумитра. Три wives. Каушала Нандан. Каушали Нандан, сын Каушали.
Он Рамачандра. And the son of Kaikeyi is Bharat. А сын Кайкеи Бхарат. And the son of Sumitra. А сын Сумитры. Bharat. Shut, Bari, Lakshman. Lakshman. Lakshman and Lakshman and Shatrughna. Shatrughna. И Сатюгна как-то да. Remember, don't forget. Dasharatha Maharaj. И вот Дашаратха. Three wives. У нее queen, было три жены. First queen. Первая из них. First queen is Kaushalya. Kaushalya. Second wife. Вторая. Kaikeyi. Kaikeyi. Third wife. Третья. Is Sumitra. Sumitra. First wife. From first wife, Kaushalya, we can get Ramchandra. И вот от первой жены родился Рамачандра, от второй жены, которого звали Кайкеи, Бхарат Махараджи родился. Третья от Сумитры, она младшая из всех жен была. Лакшман и Шатругна. И вот сокровенный Сиддханта в этом. Now one very secret Siddhanta vichar is that, like Panchatatmatam Krishnam Bhaktarupa в этой шлоке, в этой пранамантре Панчататве говорится. I mean, Gauranga, я имею в виду, Гуранга явился в пяти ипостасях. Гуранго coming in five from Bhagavan himself. Сам Бхагаван. Follow. Bhagavan himself. After that first expansion. Потом первое проявление Бхагаван. Аватар Бхагават Шакти. Бхагават Шакти. And Бхакта Шакти. И Бхакта Шакти. Try to remember. If you forget this, вспомнить, если вы забудете, то плохо, мы должны все помнить это. И вот Бхагаван явился сначала в форме Бхагавана, Бхагавата Аватара. И вот, в общем, он явился в форме Адвайты, в форме Нитянанда, Гададхара Пандита. Бхакта-шакти, Шивас-пандит. Пытайтесь понять и не забывать этого. Панчататматакам кришнам бхакта-рупа сарупакам бхактаватарам бхактакхям намами бхакта-шакти. Окей, на? In five form. И вот он явился в этих пяти формах. И кто-то говорит, что я буду поклоняться Гуранге, не буду поклоняться Гуранге. I cannot receive. I cannot receive Shivas Pandit. You are idiot number one. Что будет поклоняться Гуранге, не будет поклоняться Шивас Пандит, но это глупо. Если вы хотите поклоняться Бхагавану, вы должны поклоняться ему всему, со всеми его спутниками, Бхагавану, Бхагаван Нами, Дами, Лиле, его всему, что связано с ним. Бхагаватату — это полная татва. Мы должны поклоняться всему этому вместе. Если вы отвергнете даму от всего этого, то это оскорбительный адрес Бхагавана. И также Шри Рамачандра, он явился в четырех формах. Первый — это Рамачандра, вторая — Бхарат, третья — Лакшман и Сатюгна, как-то так его звали. Вот в этих четырех формах Бхагаван Рамачандра явился. Почему? Чтобы явить свою лилу. Two different kind of lila, because Ram lila is eternally present. Рама лила, она вечна. Ram lila is eternally present. Krishna lila is Krishna lila, она то тоже вечна. Not that Ram lila. Не то, что Рама лила сначала, Кришна лила, а потом происходит или наоборот нет. Они все вечны в вечном мире. Рама ди лила.
Рамади мурти лилад ниамена тиштан. Follow this shloka from Bhagavad, from Brahma Sanhita. Рамади лила мурти сун лила ниамена тиштан. This lila, this shloka from Brahma Sanhita. Bhagavan coming in different form. И вот Бхагаван является в различных формах, иногда в форме Рамачандры, Кришны, Варахи, Нарисимхи и прочих формах, но все это Вишну-таттва одна, едина и великолепна. Мы не можем сравнивать, что что-то лучше, что-то хуже. Что Рамачандра лучше, чем Вараха или Нарисимха, это оскорбительно. Но очень важное, что есть, конечно, разнообразие в этом единстве, и благодаря этому разнообразию мы видим аватару Кришны в различных формах. Кришна, он изначальный аватар. И от Кришны все другие аватары не сходят из Кришны. Вараха, Нарисимха, Курма и все остальные. И у нас нет права как-то... Мы не должны думать, что Рамачандра лучше, чем Вараха. Или наоборот, это оскорбительно, поскольку это все Вишну-таттва, одна едина. This shloka, if we discuss from Brahma Sangita, there you can find. И вот эта шлока из Брахма Сангиты, там мы находим, что Бхагаван явился в различных формах, в различных аватарах. И вот Бхагаван Си Кришна. Ишвараха Парама Кришна Сачидананда Виграха Анади Ради Говинду Сарвакаран Кирам Джатха Вишаша Викар Бикар Вишеша Йога Санджаяте Нахи Татаха Питакастету Джа Самбу Тамму Пи Самбуйти Карджат Говинда Мади Пуршантума. Regarding Самбу, another shloka is all Рамади Мурти Сукала Ниямина Тиштан. This shloka I speak. So according to shloka, we find. И вот в соответствии с этой шлокой мы находим, что Бхагаван время от времени приходит в этот мир, чтобы спасти людей дживатмы. И вот Бхагаван приходит в форме Рамачандра. И вот Шри Рамачандра. Он пришел в четырех формах, чтобы дать нам урок Рамачандра. Он утвердил авторитетность, мораль, чистоту, все. Лакшман, он утвердил уникальное настроение служения Лакшману Баларам, Анантадев Шешанак. Баладев, Анантадев, Нитянанда, Баладев, Анантадев, coming in the form. И вот Нитянанда, они все явились в форме Лакшмана в Рама-аватаре. И вот сейчас Лакшман, младший брат не может указывать старшему. И вот все, что говорит Рамачандра, он следует этому. И в течение 14 лет Рамачандра, он был отправлен в ссылку. И вот вопрос мой в том, что в течение 14 лет в лесу Лакшман, он собирал плоды, цветы, и все остальное съестное предлагал Рамачандре. Рамачандра предлагал Сите, Сита предлагал еще кому-то. Потом то, что они не съели, они возвращали Лакшману. Лакшман, мой брат, take it.
Only speaking, take it. Not speaking, eat it. То есть еще надо уточнить, что она не говорила «ешь», а говорила «бери». И поэтому в течение 14 лет Лакшман постился. Только потому, что Рамачандра не говорил ему, что «бери, ешь», а просто говорил «бери». Лакшман, он хотел показать идеальный пример служения. Лакшман — это Баларам, это Санкаршан. Это изначальная гуру-таттва. И вот это изначальная гуру-таттва, олицетворенный Лакшман, он хотел утвердить, показать такой пример, идеальный пример служения. Бхарат Махарадж, он показал пример любви и уважения к Рамачандре. Сатюгна, он всегда был готов исполнить любое указание. И таким образом, в этих четырех различных формах Бхагаван явился в этот материальный мир, чтобы дать нам пример. Дасараджи Махарадж. Он необычный царь. Дасараджи Махарадж going to give benediction, благословляет, благословил Кайкею. Почему? Однажды Дасарадха был очень болен. Он был на волоске от смерти. Dasaraji Maharaj was about to die. That time, Kaikeyi. И в то время Кайкея служил. Kaikeyi going to serve Dasarath. Dasarathya. Husband in such a way, таким образом, несравненным образом. Follow. Dasaraji Maharaj develops was very very sick. Not only sick, but also he developed power. Was you know. Этот Дашарат был не только болен еще. Какая-то болезнь была, какие-то волдыри сзади на спине. И Кайкея высасывал этот гной, чтобы как-то помочь этому Дашарате. He wanted to give relief to Dasaratha. He wanted to help to serve, nursing, you know, serving. This way, Dasaraji Maharaj was successful. И таким образом Дасарат, он как-то вылечил Дасаратха. Then Dasaraji Maharaj. И тогда Дасарат. You know, speaking. Сказал Кайкея и благословил его, что ты можешь, я могу исполнить три твоих желания. Я хочу дать тебе три благословения. Кайкея сказал, хорошо, в соответствии с временем и обстоятельствам, я могу спросить не сейчас, сейчас, пока ничего не нужно. You like to give me three benedictions, but right now I cannot remember according to time and circumstances. Что ему точно надо, поэтому когда вспомнится, попросит. Though we know, и хотя мы знаем, Kaushalya Nandan что Kaushalya Nandan он Рамачандра. Рамачандра он Kaushalya Nandan, как наш Кришна Яшода Нандан. А тот Kaushalya Nandan. Kaushalya очень любила Рамачандру. Но в Рамаяне говорится, Кайкея любил Рамачандру больше, чем своего собственного сына Бхарата. Как те гопи в Бхагаватам, those gopikas, they used to love Krishna, они любили Кришну,
больше, чем своих сыновей, больше, чем своих детей. Как это понять, эти гопи во Вриндаване? Они любили Кришну больше, чем своих детей. Как это возможно? И из-за того, что вы не спрашиваете такого в этом кассе, ваша невнимательность, но Парикшит Махарадж, он спросил у Шукадева, как это возможно, что вы говорите. Обычно можно наблюдать, что эти матеря любят своих детей, а не чужих. А как вы говорите так? И Парикшит Махарадж задал вопрос Шукадеве. Как, что вы говорите? Очень странно. Обычно в этом мире мы видим, что матеря любят своих детей больше всех. Может, они их сыновья как-то, даже если они не полноценны, но все равно они любят своих детей, а не чужих. А почему вы здесь говорите, что гопи любили Кришначандру больше, чем своих собственных детей? Как это возможно? И Шукадева Госвами ответил. Как в Упанишадах я много раз говорил. В связи с Параматмой и Атмой все любят друг друга. Don't understand. You love your song simply because Atma is there inside your song. Мы любим своих детей, поскольку душа пребывает в нем. Мы любим мужа, поскольку душа пребывает в его сердце. Вы любите вашего друга, поскольку душа находится внутри его сердца. Если эта душа, она покинет тело вашего ребенка или друга, еще кого-то, то сколько вы можете находиться рядом? Вы пошлете его в крематорий, так или нет? Его тело начнет разлагаться в течение нескольких часов. Но до тех пор, пока душа находится в теле вашего ребенка и вашего друга, вы любите его. И вот в Упанишадах говорится, когда с вами говорит о царе, все любят друг друга. Почему? Поскольку атма — душа. Находится в них. Если бы не было атма, параматмы, то что толку от этого? И ответ в том, что Бхагаван находится внутри вашего сердца, и поэтому он... То есть из этого примера можно выглядеть, что мы любим именно душу, которая пребывает в теле, поскольку как только душа оставляет тело, то нам уже никакого дела нет до этого тела. И вот Парикшит Махарадж задает такой вопрос, когда Госвами отвечает. И вот вопрос в том, почему Каушалья любит Рамачандру больше, чем своего собственного ребенка. Бхарат, он тоже Рама Амша, не кто-то посторонний. И суть в том, что Рамачандра, он Верховный Господь. Бхарат, он, несомненно, произошел от Рамачандры, явился от него. И если ваш сын Рамачандра, а мой сын Бхарат, то, естественно, я буду любить Рамачандру больше, поскольку он Верховный Господь. Понимаете, о чем я говорю? И вот есть такая мисконцепция о Рамайне. Мы хотим следовать Рамайне Туласидаса. Не пытайтесь понять превратно. Рамайна написана в Валмики Муни. Изначально Рамайна.
написано Валмики. Или я могу сказать более точно, Рамаяна написана никем. Она вечна. Я могу сказать, Рамаяна, она никто не... Ну, я могу сказать, что она Валмики написана, или более точно, она никем не написана. Рамаяна, она вечна. Валмики, он только увидел эти лилы и написал их. Рамаяна, Бхагаватам, Махабхарата, они вечны. И вопрос можно задать, почему я говорю, когда, как и где? Зачем вы говорите, что вы хотите следовать Рамаяне Туласидаса? В то время Валмики написал Рамаяну гораздо раньше, чем Туласидас. Зачем вы хотите следовать Рамаяне Туласидаса? А я хочу следовать Рамаяне Туласидаса, потому что эта Рамаяна Туласидаса, она более сладка. Почему? Поскольку изначально она написана Валмики была, конечно, но после этого Валмики, он явился в форме Туласидаса. Он увидел Рамалилу и описал все, как наш Ясадев написал Бхагаватам, когда увидел все это. Ясадев это увидел, а Ганеш это записал все. Рассказал это Ганешу, а тот записывать начал. И вот Шримад Бхагаватам, Махапурана, Рамаяна, Махабхарата, это все вечно, нет никаких сомнений, но внешне это выглядит, что это все написал Валмики. И этот Валмики Муни, когда он пришел в форме Туласидаса, мы не знаем, если будут объяснять все это, долгое время займет его. Туласидас получил указание. Он получил вдохновение составить Рамаяну, поскольку он в Ясаде, Валмики. И вот этот Валмики, он явился в форме Туласидаса. Я был там, в месте его явления, в том месте, где он достиг совершенства, достаточно давно там был. И вот Туласидас получил вдохновение составить Рамаяну очень таким прекрасным способом. И вот он отправился в Варанаси. Каши Вишванат. Он дал указание, что можешь составить Рамаяну. Он начал составлять Рамаяну. После того, как он все это написал, в общем, он не писал это все, ну, несколько страниц за день писал, а утром просыпался, кланялся Вишванатху, но все пропадало. Он вроде вчера писал несколько страниц, а следующий день, когда собирался продолжить, смотрит, уже ничего нету.
все стерлось. И таким образом, и вот неделю так писал, ему надоело, что случилось. Каждый день я пишу, на следующий день все пропадает. Что же делать? И вот он начал плакать и принял прибежище у лотосных стоп Каши Вишванатха. О, Вишванатх! Пожалуйста, скажи мне, почему я получаю такое наказание, что ты хочешь от меня? И вот Вишванатх пришел к нему во сне и сказал: я хочу, чтобы ты написал Рамаяну очень простым языком, не на санскрите. Рамаяна на санскрите уже написана Валмики, поэтому, а тебе надо попроще. И вот мое желание в том, чтобы ты написал Рамаяну на Митхиле, чтобы обычные люди могли все понять. Чтобы люди могли прочесть эту Рамаяну, получить благо. И вот Тулсидас написал какой-то пранаманту и начал писать Рамаяну на местном языке. Однажды Тулсидас он совершал баджан в своем баджан кутире, в Читракуте. И вот он плакал, и чандан. И вот он так плакал, и вот это Рамачандра пришел, явился к нему. И вот он пел какой-то киртан в честь Рамачандры и плакал из-за чувства разлуки с ним. И Рамачандра, услышав его молитву, он пришел к нему. Тот поклонялся изображению Рамачандры. И Рамачандра явился перед ним, этот Тулсидас этого не замечал. И после этого, по милости Рамачандры, он увидел, что Рамачандра уже явился, чтобы принять его чандан и Туласи, его поклонение. И Тулсидас расплакался от счастья. Он предложил чандан, листья Туласи, гирлянду и какое-то подношение. Рамачандра был очень доволен. Это долгое, это раньше было до того случая. Тулсидас, он ходил. Вот Тулсидас жил в таком месте, чтобы сходить в туалет, он ходил за пределы Дхамы. Где-то жил, видно, на грани, вдалеке, чтобы, если ему надо было в туалет сходить, он шел за пределы Дхаммы. Столько великого уважения у него было к Дхамме. И он каждый день он ходил с этим, с кувшином, чтобы пойти испражниться за пределами Дхаммы. Но потом там то ли лес, то ли поле было, там всякие змеи водились, шакалы и прочее.
И вот Туласи Дас каждый день после этого, как он потом мыл руки и ноги, остаток воды он выливал под какой-то куст. Там куст был, он оставшийся. Оставшуюся воду выливал на какой-то куст. И вот однажды из этого, из этих кустов раздался голос. One ghost speaking. I'm very happy. Что я очень счастлив каждый день. Ты поливаешь меня водой. Кто ты? Я привидение. Я очень доволен тем, что ты каждый день поливаешь мой этот куст, где я живу, водой. Я очень доволен этим и хочу помочь тебе в твоем баджане. Ты можешь помочь мне в моем баджане, да. И как? Я хочу обрести Рамачандру. Ты сказал, что не могу, я же привидение всего лишь. Но могу тебе намек дать. Как обрести Рамачандру? И как же? Как? Говори как. И этот привидение сказало, что каждый день ты ходишь слушать Рамайну, там великий саду читает Рамайну. Да, я хожу, слушаю. И вот там есть один пожилой человек, после того, как Харикатха началась, он приходит и вот так вот сидит и слушает. А когда Харикатха заканчивается, он сразу уходит. Ну вот можешь его поймать. Он проказы внешне болеет. He's a patient of leprosy patient. He's coming in a distant place, sitting here. And after Harikatha is over, immediately he's going away. So, you can catch him. Who is he? He is actually Hanumanji Maharaj. Hanumanji Maharaj? Nobody knows. Никто не знает. He's Hanuman. He's coming in the guise of leprosy disease. He's coming in the guise of leprosy disease. В форме прокаженного ты можешь поймать его, и Рамачандру он тебе даст. И вот этот пришел опять на Харикатху, смотрит. Да, действительно, пришел какой-то прокаженный, сидит в углу, склонив голову, слушает Рамайну. После того, как Рамайна кончилась, он ушел, и Туласи Дас побежал, поймал его. Сказал, отпусти меня, я тут прокаженный, что ты пристал, нет, не оставлю тебя, почему? Я знаю, что ты Хануман, никакой не Хануман. Я хочу обрести Даршан Рамачандра. И вот он плакал, просил его, и Туласи Дас. А там еще никого не было, и этот прокаженный явился в форме Ханумана ему и благословил его. Сказал, хорошо, ты обретешь Даршан Рамачандра. И после вот этого случая он обрел Даршан Рамачандры на Читракут Парвати. Там он тер чандан, плакал, думал, как же ему обрести Даршан Рамачандры. Рамачандра явился. И вот Туласи Дас начал писать Рамайну на местном языке, на Мейтхили. Очень прекрасный язык, поскольку в Валмики Рамайне Сиддханта очень
Очень сложно. Такая жесткая философия, много сиддханты, но в Рамаяне Туласидаса она очень проста. Даже обычные дети, они могут понять ее. И вот сейчас я хочу что-то сказать о Рамачандре. Времени на все не хватит. If I don't discuss all this thing, then the discussion of Ramchandra is incomplete. Now, I like to give example. I'm going to chant. И вот я хочу дать пример под. Kaushalya used to love Ramchandra more than любила Рамачандру больше, чем своего собственного сына. But outside people, но посторонние люди говорят, что Койке, он глупец. Койке is idiot number one. Why Койке going to? Почему Койке benediction from просил благословение от Дашаратхи? И что же он просил? Three benediction, na? Three benediction. One. Первое. You will have to make my son Bharat. То, что его Дасаратхи Махарадж wanted to take retirement. А то, что сделать Бхарата царем. Это Дашаратха хотел уйти на пенсию. Do Abhishek in his place. He wanted to establish Ramchandra. И он хотел Рамачандру, своего старшего сына, посадить на трон. Но сейчас Койке говорит, пообещал мне исполнить три желания. Вот я прошу, чтобы Бхарата сделали царем. Второе, что нужно отправить Рамачандру в ссылку на 14 лет. This way, after hearing the demand of Koikei. И таким образом, услышав просьбы Койке, Дасаратха, он упал без сознания. Он не мог жить без Рамачандры. Но Дасаратха так или иначе пообещал, что исполнит три желания. Ну что делать? И одобрил все это. И Рамачандра, он исполнил желание himself. Рамачандра going to fulfill the desire of himself. И Рамачандра исполнил свое желание. И я проясню это. Это Рамачандра, он хотел исполнить свое желание. Как? Это зовется Got-up. Like in football game, two parties supposed to come. One party Got up называется. Не понял, как это по-русски. Ну, Махарадж приводит пример с футболом, договорными матчами, что эти команды договариваются, кто заранее победит. Договорняк по-русски это. Или как в случае с адвокатами, адвокат договаривается, как побольше денег извлечь из клиента, стоит ему какие-то препятствия, чтобы тот побольше потратил. Вот. Готап называется на местном.
И вот Рамачандра хотел уйти в ссылку. Если бы Рамачандра не отправился бы в ссылку, то кто бы убил Равану? Кто бы убил других демонов? Если Рамачандра сам не мог бы просто взять и уйти в лес, надо, чтобы кто-то сослал его. Рамачандру в детстве, он пришел к Кайке: «О, мать, ты любишь меня?» И вот он пришел к Кайке. Ramchandra going to reach the lotus feet of mother. И вот он пришел к своей матери. Койке. And asking. И спросил. Койке kissing him. Mother, you love me now? Yes, I love you. О, мать, ты любишь меня? Да. Насколько сильно ты любишь меня? Да, я могу сделать все, что ты хочешь. Я хочу проверить твою любовь. О, Рама. Ты можешь проверить меня любым способом. Я могу отдать свою жизнь ради тебя. Что, правда? Правда? Да. Действительно. Это так. И у меня есть просьба. Ты получишь три благословения от моего отца Дашрати. И можешь ли ты спросить то, что я хочу, да. И вот попроси моего отца Дашрату, чтобы он сделал Бхарата царем, а Рамачандру отправил в ссылку на 14 лет. Как я могу это сделать? Как ты только что сказал, что можешь сделать все для меня? Нет, весь мир будет плевать на меня. Я покрою себя позором, если я попрошу это. Но ты сказал, что сделаешь все, что я попрошу. Да, весь мир будет ненавидеть тебя. Я знаю. Но насколько ты любишь меня, на что ты готова ради меня? Даже твой собственный сын Бхарат, и то будет плевать на тебя. Можешь ли ты это потерпеть ради меня? Весь мир будет ненавидеть тебя, поскольку ты отправил Раму меня в лес ссылку. Люди будут презирать тебя, но будь уверена, что это мое желание. Ты должна согласиться. Никто не знает об этом. И вот Кайки обещает Рамачандре, что никто не должен знать об этом, весь мир будет презирать тебя, и никакие семейные люди не будут называть дочерей твоим именем. Можно наблюдать, что после этой Кайки, именем Кайки никого не называли, а ее просто презирали за то, что она отправила Рамачандру в ссылку. Но никто не знает, что это было желание Рамачандры. И после этого Рамачандра подготовился, чтобы отправиться в ссылку, и тем временем Дашаратха не мог потерпеть разлуки с Рамачандрой. Дашаратха, он упал и оставил свое тело в разлуке с Рамачандрой. Рамачандра, кто показал свое... Он, Рамачандра, исполнил свой долг, он показал свою величайшую мораль, свою авторитетность, великолепную мораль Рамачандра. Он подготовился к тому, чтобы уйти в лес. Ситадеви сказала: «Я не могу жить без тебя. Я отправлюсь с тобой в лес». Лакшман сказал: «Я всегда служу тебе, как я могу жить без тебя? Я тоже должен отправиться в лес». И в итоге все втрое они отправились в лес. Сначала Рамачандра, он решил отправиться в лес на 14 лет. First of all, Ramchandra took decision to go to forest
сначала на 5 лет, потом решил уйти в лес, потом Лакшман и Сита. Они тоже решили, и вот вместе они отправились в лес. И жили в лесу. И Рамачандра, он даже достиг Насикапуны в различных, скитались они так по различным местам. О, Рамачандра, пожалуйста, простите меня, я прошу прощения. Я не могу объяснить это все за короткое время, даже 5-6 часов мало. Я хочу сказать многое, но время и ситуация не позволяет. Я извиняюсь, что не успеваю сказать все, что хочу. И однажды я обсужу все. Рамачандра, он отправился в лес. Помните, Рамачандра, он Верховный Господь. Помните, Рамачандра, он Верховный Господь. Не забывайте об этом, но все же. Люди, они критикуют его. Я могу вернуться к этому. Кто-то говорит, что он любит свою жену так сильно, слишком привязан к жене, очень плохо. И вот люди критикуют его за это, что он слишком жену любит. Но люди не знают, что он Рамачандра, что он Бхагаван, и Сита его вечная Шакти. И вот я могу несколько случаев сказать. Однажды перед Рамачандрой Ситадеви и один золотой олень. Я был там. Там в Андхра-Прадеше, в Орисе. Я был там 3 года назад. Очень такой густой лес. И там, где Ситадеви была похищена, ее приняла Мавини там в реке Годавари. 3-4 года назад Махарадж там был, и вот там, перед Ситой и Рамачандра, пришел золотой олень. Ситадеви сказал, я хочу этого золотого оленя. Рамачандра сказал, это же лес. Так много демонов, ракшасов. Они занимаются черной магией, поэтому нельзя верить всему, что мы видим. Нет, Ситадеви постоянно давила на Рамачандру, что хочу этого оленя, и все. Будет наш этот питомец. И что делать? Это Сита, пожалуйста, поверь мне, это ж лес. Здесь одни демоны, ведьмы, привидения, ракшасы и прочая нечисть. Нет, давай, оленей, и все. Ну, хорошо, подожди, и пойду ловить его. Сиди тут, не уходи. Вот Рамачандра с луками, стрелами побежал за этим оленем. Олень тоже убегал от него. И вот Рамачандра пытался поймать его. Запустил стрелу в него. Имя этого ракшаса было Марич. And here, you know, здесь
А эти ведьмы, демоны, ракшасы, они очень могущественны. И вот они могли сымитировать голос Рамачандры. Этот Марич начал кричать: «О, Лакшма, спаси меня!» Рамачандра не был ни в какой опасности, но этот Марич его голосом кричал, что «Лакшман, спаси меня!» И Сита сказала: «О, Лакшман, смотри, твой брат в опасности. Невозможно. Нет, твой брат в опасности. Смотри, орёт. Иди помоги». «Нет, не пойду, поскольку мой брат, он Рамачандра, он дал мне указание сохранять тебя». Почему? Ты что, не слышишь? Зовет тебя на помощь в опасности. Он, а ты, брат, ты чем занимаешься? Почему бы тебе не пойти и не спасти меня? Не спасти его. Ну, что ты несешь? Я относился к тебе как к матери. Никогда не смотрел на тебя как на женщину. Лакшман никогда в своей жизни не смотрел на Ситу с вожделением. Он смотрел на стопы Ситы. Сита. И вот Лакшман решил, очертил какой-то магический круг вокруг своими стрелами. Завещал ей, чтобы она никуда не смела выходить из этого круга. Ну, что-то пообещала, что никуда не пойдет. Но он пошел искать Рамачандру. В общем, он какими-то мантрами защитил это место, где они находились, строго настолько запретил выходить. И как только он вышел, ушел, сразу Равана пришел в форме саньяси, начал просить подаяние, и Сита Деви дала ему в горшке какое-то подаяние. Это саньяси сказал, что тут не могу зайти к вам, выходи вот за границу вот этого магического круга. И ну, тот хотел зайти, но не получалось никак. А какой-то огонь возникал, и сразу пытался сжечь его. Тот сказал, что давай сама выходи, не могу войти к вам. Давай, выходи и давай. Ну, тот сказал, ну подожди, сейчас я выйду. И вот Сита только вышла, и в тот момент, как только она вышла, этот Равана схватил ее и засмеялся. И потащил, посадил на свою колесницу и уехал с ней. Сита начала кричать: «О, Лакшман, спаси меня!» Сита Деви начала скидывать свои эти украшения по дороге, чтобы как-то отследить ее можно было. Если бы Рамачандра шел бы по этому лесу, он бы увидел эти украшения Ситы и понял, что она похищена. This way, Sita was abducted. I am not going in detail. That was one issue, because otherwise Ramchandra cannot kill Ravan. Но это была причина, по которой Рамачандра мог убить Равану, Джатаю и Сампати, его младший брат. Две больших птицы, одну Джатаю звали, другую Сампати. Сампати был братом Джатаю. Джатаю дружил с Дашаратхой. He is fighting with Ravan to stop his going.
И вот тот пытался как-то помешать Раване, чтобы тот не смог похитить Ситу и увести, но в итоге тот повредил ему крылья, и тот упал и ждал Рамачандру на земле. В итоге Рамачандра встретил этого Джатаю, Джатаю рассказал все, как Сита была похищена и как ему сломали крыло. Вот сейчас я вернусь к истории с Чайтанья Чайтамрити, когда Махапрабху ушел в Южную Индию. Там был один южноиндийский браман, он плакал. Махапрабху сказал, ты пригласил меня, чего ж ты не готовишь ничего? А тот сказал, что Равана, Ракшас, он похитил мою Ситу. Поэтому я чувствую огромную разлуку и с ним, и поэтому не могу ничего готовить. И тогда я кратко расскажу. Махапрабху собрался уходить. И вот в этом южноиндийском обществе Махапрабху какую-то книгу нашел. И там из Курма Пураны. И вот он свидетельство. Ну, да, принес какое-то доказательство, говорит, перевернулся к этому браману и говорит, смотри, что я принес из Курмапураны свидетельство с браманского общества, то, что Сита Деви никогда не была похищена Раваной, нет, похищена была. Нет, это неправильно. Сита Деви – это вечная шакти Бхагавана. Раван не может видеть даже ее, не то что похитить. И как он ее похитил, если не мог видеть даже. Но что было там? Зачем это? Как случалось? Это из-за влияния черной магии он похитил ложную Ситу. Это Майя Ситу похитил. Не настоящую Ситу, а ложную. И вот в Курма Пуране это все объясняется. Когда Раван пришел, Сита Деви приняла прибежище у Агни Дева. И Агни Дев, он ложную Ситу ей отдал. Это Майя Ситу. И в Курма Пуране это описывается. Когда Сита Деви приняла прибежище у Агни Дева, это Агни Дев, он, чтобы спасти ее целомудрие. Сита приняла прибежище у Агни и ушла, а ложная Сита, Майя Сита, она была дана этому Раване. Раван ее схватил и думал, что она настоящая. И вот, очень обширная история, где времени на все взять. Следующий год я надеюсь продолжить. И также из Бхагаватам хочу произнести шлоку. Тетас падам сива виранчанутам сараньям, Виртатьям пранатапал бхаваттипутам, Банде маха пурусате чарна равинна, Стакта дустаджа сурепшит раджа локшим, Дармишта арджа бачаша жадага дараньям, Майя мига дайтепситвам вадаваду, Банде маха пурусате чарна равинна. И вот эти две шлоки, они применимы к Рамачандре. И к Гаурачандре они также применимы. It is applicable for Ramchandra. But I cannot explain.
Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Vanchakalpatrupasthi Kipasana, Padidhanam Bhavandhu.